И снова Ивантеевка лучшая. Несколько лет подряд наш город участвует в акции «Шина», проводимой Министерством экологии региона. И второй год Ивантеевка, а именно комбинат коммунального хозяйства и благоустройства, становится абсолютным лидером среди 50 городов Подмосковья. ККХБ традиционно вывозит тонны отработанных покрышек со стихийных свалок в городе, которых, к счастью, в этом году в городе стало меньше. Основной, конечно, это были несанкционированные свалки, которые мы вывезли за стадионом, потом в районе детской была большая свалка колес. Вот. Плюс большой прирост бэушных шин дали те шины, которые мы выкапывали во дворах, которыми жители ограждали свои палисадники. Всего в 2017 году было собрано 250 тонн отработанных шин. И все силами комбината коммунального хозяйства и благоустройства. А также благодаря жителям, которые привозят старую резину в специальный контейнер на территории ККХБ. Ежедневно в емкости собирается от 100 до 300 покрышек. Старые шины сюда привозят не только жители города, но и автосервисы и даже автоколонна. Видел, что принимают шины, чтобы никуда не утилизировать. Как бы, они утилизируют шины. Смотрю, вот многие, раньше я ездил, валяются там шины везде, как бы. Сейчас чище стало. И народ, как бы, у нас сам вот, в легковых машинах, люди приезжают, переобуваются, выкидываются шины. В акции «Шина» горожанам нравится то, что сдавать покрышки можно бесплатно. Отсюда старые шины забирают фуры, которые везут покрышки начинать вторую жизнь на предприятиях переработки. В области их несколько. Шины, которые мы собираем, они идут на переработку глубокую. Вот. И впоследствии из этих шин мы видим резиновые покрытия для детских игровых площадок. Также они используются как в дорожном покрытии, так и на стадионах в гаревом покрытии. Министерство экологии планирует и дальше проводить акцию. А наш город и непосредственно комбинат коммунального хозяйства и благоустройства в ней участвовать. Ведь очистка города от грязных покрышек важна не только с эстетической стороны, но и экологической. Резиновые покрышки разлагаются в земле около 100 лет. А Подмосковье – единственный регион в стране, где собирают и перерабатывают старые шины.